25 медалей, 7 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых завоевала сборная России на чемпионате мира по фехтованию на колясках. Первое общекомандное место в Риме – долгожданный успех национальной сборной. Немалый вклад в победу на мировом форуме внесли омские спортсмены. Очень счастлив. Мы долго к этому шли. Я стал двукратным чемпионом мира теперь. Тем более это все как бы произошло на фоне событий, что не попав на Олимпийские игры, по сути, сильно переживали, но вот у нас развивается спорт, мы тренируемся, продолжаем тренироваться, привозим новые медали. На самом деле, вот эта медаль далась очень нелегко, потому что, наверное, в течение многих лет все время были рядом, там вторые, третьи, но вот второй раз стать чемпионом не получалось. А сейчас к этому пришли, и, наверное, сейчас я вот осознаю, то есть, сколько для этого сделали, сколько прошли всего и как старались. Лучшим шпажистом планеты в рамках командных соревнований стал и Артур Юсупов. Омский фехтовальщик, ныне выступающий за Краснодарский край. На самом деле очень долго шел к этой победе. Очень долго тренировался, готовился, но почему-то так складывалось. Либо второе, либо третье место. Ну, чего-то не хватало в то время. А тут очень хорошо подготовился. Шесть боров подряд прошел. Неделю, 10 дней между ними перерыва. Только домой буквально повидать семью приезжал. Вот. Хорошо подготовились, ну и хорошо выступили. Поздравляю наших спортсменов с уверенным выступлением на главном старте года и желаем дальнейших побед.